Игрок команды Чертанова Владислав Корбут отвечает на наши вопросы после игры. Владислав, расскажите о ваших впечатлениях. Ну, я считаю, что второй тайм мы сыграли гораздо лучше. Должны были как минимум второй тайм выигрывать, но, наверное, гол, который нам забили во втором тайме и решил весь исход. Почему-то стали слишком быстро играть вперед, нужно было больше терпения нам. Опишите поподробнее эпизод со вторым пропущенным мячом, потому что, казалось бы, владели преимуществом и мячом, но пропустили атаку и в результате второй гол. Быстрая атака, не успели среагировать, быстро вернуться, и из-за этого, из-за невнимательности, скорее всего, и пропустили гол этот. За счет чего планировали взламывать оборону «Динамо» во втором тайме, получив преимущество в одного игрока? Во втором тайме хотели больше каких-то обдуманных действий, контролировать мяч, доверять эпизоды, но так и не получилось. Большое спасибо, это был игрок Чертанова Владислав Корбут. Игрок команды «Динамо» Денис Боков отвечает на наши вопросы после игры. Денис, поздравляем с победой, с забитым мячом. Ваши впечатления после сегодняшнего матча? Спасибо большое. Да, очень сил много потратили на то, чтобы забить и первый гол, и второй. Нелепое удаление, я считаю, что неправильно. То есть, ну, это лично мое мнение. Вот, но так очень рады. Будем готовить следующий матч. Насколько тяжело было играть в меньшинстве, потому что по ходу второго тайма ничем мячом владели, и чертановцы были поактивней. Ну да, мы решили, так как нас меньше, на одного человека, отдать мяч Чертанова и ловить их на контратаках, что у нас и получилось сделать, и забить гол. Опишите эпизод с вашим забитым мячом. Выиграли борьбу и успели пробить поворотом, забили мяч, очень важный для вашей команды. Да, очень хорошая передача Максима Балахонова. Принял, забил, как бы, как надо делать нападающим. Большое спасибо, это был Денис Боков, игрок команды «Динамо». Спасибо, до свидания. Главный тренер Чертанова Александр Шмаров отвечает на наши вопросы после игры. Александр, скажите, пожалуйста, что не получилось, за счет чего не получилось выиграть сегодня? Ну, в первую очередь, не получилось забить гол сегодня. Не нашлось у нас в сегодняшнем матче, так сказать, игрока с инстинктом убийцы, киллера, который где-то подкараулит, где-то будет с должной агрессией внутри штрафной опережать, брать игру на себя. Сегодня конкретно этого у нас не получилось. В принципе, старались играть первым номером, оказывать давление постоянно на соперника, особенно когда оказались в численном преимуществе после удаления. Больше позиционных атак, больше смен направления, доводить, можно так сказать, до логического завершения, выводить во фланге, доставлять штрафную или уже непосредственно отрезать соперника за счет проникающих передач. Но не хватило где-то результативного паса и завершения самого. Поэтому не получилось сегодня одержать победу. Ну и плюс пропустили в быстрой ответной атаке. Здесь тоже, конечно, не доработали. Поэтому результат сегодня, в принципе, такой, какой он есть. По ходу второго тайма сделали несколько перестановок в составе. Довольны ли теми игроками, которые появились на поле по ходу матча? Тяжело сейчас комментировать этот вопрос. Проанализируем, просмотрим, потом появится определенная информация. Проиграли, недоволен. Многие игроки выходили с трясущимися ногами, с какой-то волнением, с каким-то переживанием. Я считаю, что психология сегодня тоже сыграла определенную роль, потому что играть в позиции лидера тоже нужно уметь, нужно обладать психологией победителя, а сегодня этого не хватило у игроков, которые вышли на замену. Большое спасибо, это был главный тренер команды Чертанова Александр Шмаров. Спасибо. Главный тренер команды «Динамо» Павел Фигон отвечает на наши вопросы после игры. Во-первых, поздравляем с победой. Во-вторых, насколько важен для вас такой результат? Ну, результат, естественно, важен, тем более, что была такая большая пауза без игр, и мы до конца не понимали, в какой мы форме и как ребята будут. Поэтому мы очень рады этой победе, и хотел просто поздравить ребят и похвалить, и сказать то, что я им горжусь, потому что играть 45 минут в меньшинстве, это действительно требует очень больших усилий и хорошего такого сильного характера. Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с удалением из ничего. Он возник на последних секундах буквально первого тайма и должен был повлиять как-то на ход встречи.
Но в моем понимании как бы удаление спорное, там за две желтых карточки, спорная первая карточка, спорная вторая карточка, никакой явной грубости, на мой взгляд, не было. Он там не видел игрока, махнул мимо мяча, ну, штрафной, ну да, но по мне, ну, спорный эпизод, как бы что это, ну, как бы комментировать больше, наверное, в этом плане нечего, а то, что это повлияло на ход игры, естественно, и Чертанов второй тайм больше контролировали мяч, но, как показал второй тайм, мы не дали создать, ну, ровным счетом ни одного момента, поэтому, ну, это заслуга только моих футболистов, и они, ну, большие молодцы. Ну и последний вопрос, как команда будет готовиться к следующим играм уже через неделю? В спокойном режиме недельный цикл пройдем, мы готовимся к домашней игре, то есть я не думаю, что здесь что-то глобально поменяется. Осталось две игры, мы так долго ждали возобновления этих игр, жалко, что две игры ушли там на весну, поэтому надеюсь, что с хорошим настроением, с хорошим настроем и, надеюсь, без удалений поиграем в футбол в равных составах и там, получим удовольствие и, надеюсь, доставим его зрителям. Большое спасибо, это был главный тренер «Динамо» Павел Фигун.